Всем привет-привет! Ну а это видео очень понравится тем, у кого абсолютно нет рубинов. Понравится тем людям, кто хочет очень много сверхов именно в золотых ключах. Понравится видео всем тому, кому не хватает расхода. И это краткая инструкция. Последний раз я такое видео видел у Бумтрека, ребята. Канал Music War Стопы. Он в свое время открывал 100 сверхов за рубины. Это было просто шедеврально. Ну и для вашего развлечения, для вашего внимания, конечно же, представляет Изи. 6-й уровень и открытие большого количества сверхконтейнеров за рубины. Это просто, конечно, шедевр. Не знаю, как сказать, стоило ли поменять просто рубины на звезды и закупиться расходом, либо именно открывать контейнеры. Не знаю, что выгоднее, если честно. Я пока для себя не решил. Ну а ваше мнение, конечно же, я хотел услышать в комментариях. Пожалуйста, подключайтесь к разговору, давайте обсуждать, стоит ли оно того или не стоит. Enemy number 3, 10 years ago, was released today from the federal penitentiary after serving 11 years of a 10-to-life sentence. To this day, a quarter of a million in gold bullion involved in the original crime has not been recovered. Police officials doubt the gold can be recovered, pointing out that should the gold be found by Tappas, the insurance company has a first claim.
Yeah.